Итак, из чего состоит современная видеоплатформа ImageOne S? Основной наш модуль, с которого мы всегда начинаем собирать нашу систему, называется ImageOne Connect, либо TC200RU. Никогда не забываем RU, иначе мы забудем нашу клавиатуру русифицированную. Итак, идут у нас линк-модули. Модуль Connect первого поколения оснащен тремя линк-модулями. То есть мы можем подключить к платформе одновременно для трех различных видеоисточников, источников видеосигнала. Один, два, либо все три задействовать. Последовательность задействована любая. Можете подключать линк-кабелями в любой последовательности, как вам удобно. Дальше, как и во всех ImageOne камерах, у нас идут SCB-разъемы. То есть система SCB поддерживает SCB-интеграцию. Правила подключения стандартные, как для наших стандартных всех систем. Цепочкой. Цепочкой все аппараты собираются в SCB-сеть. LAN-модуль мы не задействуем в наших инсталляциях, он технический, он предназначен для различных сервисных работ системы, поэтому мы его не используем. К больничной сети его подключать нельзя, это неправильно. Два USB-разъема, это тот же самый USB-концентратор, что и спереди, они полностью равнозначны. Чаще всего я сюда подключаю нашу USB-клавиатуру. Также можно поставить сюда USB-накопитель, если вы не хотите втыкать его спереди и вам не очень нравится. В принципе, говорю, как я сказал, они полностью равнозначны. И далее идет панель с нашими видеовыходами. У нас, обратите внимание, больше нет аналоговых выходов. Это очень важный момент. Больше систему к аналоговой захватывающим устройствам, к видеомагнитофону, DVD-рекордеру через S-Video, RGB вы подключить не сможете. У нас есть два DVI-выхода равнозначных и один 3G SDI-выход. Что значит 3G? То, что через этот SDI-выход можно запустить Full HD видеосигнал. От обычного SDI-выхода он отличается тем, что Full HD поддерживается полностью. То есть три Full HD выхода на три различных приемника сигнала. Монитор, AIDA, например, конференция, как вариант. USB-разъемы на передней панели предназначены для наших флеш-накопителей. Когда вы берете родной флеш-накопитель из поставки, вы его втыкаете сюда, система его увидела и готова к работе. Возникает очень часто вопрос, а можно ли использовать обычные USB-накопители, не шторцевские? Всегда должны отвечать, что мы гарантируем 100% работу только вот с этой флешкой, но использование бытовых флешек тоже допустимо. То есть доктор может взять бытовую флешку, воткнуть сюда и попробовать. В большинстве случаев это сработает. Единственное, что мы с вами не гарантируем устойчивую работу с такими флешками. Это раз. И второй момент. Для того, чтобы эту флешку камера прочитала, флешка должна быть отформатирована в файловой системе FAT32. Есть FAT16, есть NTFS, есть различные не виндовсовские форматы, поэтому камера поймет нормально, корректно поймет только один формат – FAT32. Запомните, любой компьютер умеет это форматировать. Этого делать не может камера. Как любое медицинское устройство, она не имеет права стирать данные, она не может отформатировать флешку, это юридическое ограничение, она не может ничего с нее стереть, поэтому форматировать сама не умеет. Форматируйте на внешнем устройстве, на любом бытовом компьютере, который, конечно, у вас не содержит вирусов, да, исходим из этого, и после этого пробуем здесь ее использовать. Возникает вопрос, можно ли использовать системой жесткие диски. Скажем так, система для этого не предназначена. То есть на работу с жесткими дисками, да еще и большого объема, она не предназначена и, соответственно, скорее всего, работать не будет. Хотя, как показывает мой опыт, бывают исключения, и жесткие диски без внешнего питания, жесткие диски с емкостью в районе 500 гигов, система иногда видит. Требования все те же самые. Форматирование FAT32. Никаких NTFS-ов, никаких логических разделов. Логические разделы система не распознает, не понимает. То есть единый логический раздел на весь диск. Переходим к нашим линк-модулям. Первый и главный, и самый часто встречающийся наш линк-модуль – это H3 Link. Модуль для трехчиповых видеосистем.
DC-300. Здесь все более-менее просто. Он имеет на передней поверхности разъем для трехчиповых головок видеокамер. В основном это наша любимая головка H3Z, а также более редкие модели. H3Z это TH100, ну и всякие ее модификации. И сзади у нас есть всего лишь два разъема. Знакомый вам разъем сетевой, а также разъем для линк-кабеля. Чаще всего я подключаю одной стороной линк-кабеля сюда, второй стороной линк-кабеля я подключаю на ImageOne Connect в первый разъем. Вот перед вами простейшая конфигурация видеосистемы, видеоплатформы ImageOne S для жесткой эндоскопии, для головки, ну, в данном случае, например, TH100. Не забываем про наш линк-кабель. Без этого линк-кабеля система не работает. Коллеги, маленькое отступление, большая просьба к вам. Когда вы получаете эту систему на апробацию и возвращаете, самое главное, ее нам, вашим коллегам, не забывайте, что линк-кабель – это принадлежность не коннекта, а это принадлежность линк-модуля. И этот линк-кабель должен лежать в коробке вместе с линк-модулем. Иначе потом эти комплекты могут перетасоваться, и ваш коллега, получивший видеоцентр ImageOne S, не сможет эту систему просто собрать из-за отсутствия вот этого маленького, коротенького линк-кабеля. Не забывайте про него, это одна из самых важных частей системы. Следующий линк-модуль – это модуль X-Link TC301. Он предназначен для одночиповых видеосистем. Значит, что мы включаем сюда? Чаще всего это наши видеоэндоскопы, колоно, гастроскопы, которые с помощью видеоадаптера подключаются сюда. Современные вариации FlexX-C, уретеро-реноскопа, бронхоскопа также подключаются здесь. Но это не только система для гибкой эндоскопии, как многие считают. Не забывайте, что у нас существует целая линейка HX-головок, одночиповых головок, которые также подключаются через этот модуль. Не перепутайте. H3-головки включаются через H3-Link, HX-головки одночиповые, более доступные версии, то есть головок легких, они подключаются через X-Link модуль. Не перепутайте. А вот теперь перед вами видеоцентр ImageOne S более универсальный. То есть с помощью такого видеоцентра мы можем работать со стандартными трехчиповыми головками TH100, например, и либо параллельно, либо поочередно можем работать с гибкими эндоскопами через X-Link. Выбирать, какой у нас видеосигнал, либо выводить на один монитор одновременно два видеосигнала мы можем через Connect модуль с помощью, например, клавиатуры, либо с помощью кнопок головки камеры. С задней стороны тогда система будет выглядеть так. К каждому линк модуля идет свой линк кабель. Ну и, наконец, пока последний линк модуль. Обратите внимание, я говорю пока. Модуль D3-Link TC302. Это долгожданный наш модуль для 3D-эндоскопии, для 3D-видеолапароскопов. Точно так же разъем на передней панели для подключения видеосистемы. И сзади сетевой разъем и также линк-выход под линк-кабель. Вот мы собрали на данный момент максимально возможную комплектацию видеоплатформа ImageOne S. H3-Link, X-Link, D3-Link. Трехчиповые стандартные головки, гибкие эндоскопы плюс одночиповые стандартные головки и D3 видеолапароскопы. Обратите внимание, что несмотря на то, что разъем унифицирован и такой же, как у 3D-видеолапароскопов старого поколения 26604, сюда они не подходят, система с ними работать не будет. Только специальные ImageOne S 3D-лапароскопы, TIPCAM ImageOne S 26605 AA-BA. Теперь наша система сзади выглядит вот так. Все три линк-модуля задействованы. Итак,
Мы собрали нашу платформу, мы соединили все модули, мы собрали систему на нашей эндоскопической стойке, не забыли разместить их в правильном порядке. Самое главное, чтобы Connect-модуль был сверху. Это будет соответствовать общему имиджу исполнению приборов Karl Storz. Далее нам необходимо провести предварительные первые самые настройки. Для того, чтобы это сделать, например, перевести систему в русский язык, вам необходимо зайти в глубокое системное меню. Сделать это можно, отсоединив, например, головку камеры и убрав источник видеосигнала. Мы оказались в первом системном меню. Соответственно, отсюда мы будем делать первые главные наши настройки. Итак, находим меню «Установка». Заходим в это меню. Общее. Дисплей. Именно здесь мы выбираем в меню русский язык. Как отображение на дисплее, так и меню клавиатуры. То, что у нас клавиатура подключена на русском языке. Также здесь можно сделать первичные настройки. Конфигурацию экрана, выбор первичного, вторичного источника. Дисплей данных пациента, вводите ли вы, не вводите данные пациента перед началом процедуры. Это нужно, когда вы будете писать пациентов на USB-накопитель, чтобы не просто было время операции, а также создавалась папочка с фамилией и имя пациента. Дата настраивается здесь же, время, формат даты. Все можно сделать здесь. После того, как мы эти основные настройки сделали, здесь можем зайти в меню настроек, например, Link модуля, H3 Link модуля, X-Link модуля. Для чего нам это нужно? А, например, мы можем зайти в это меню и в этом меню настроить нужные нам S-режимы. То есть нужные и ненужные режимы можно конфигурировать, отключать или выключать. Очень часто у вас возникает вопрос, а где фильтры эндоскопов? Помните, которые были всегда на старых наших камерах? Фильтры для фиброскопов, чтобы убирать зернистость картинки. Они есть в системе Image One S. Просто по умолчанию, когда система идет с завода, эти фильтры отключены. Вы заходите в это меню, в глубокое меню, в настройках H3 Link и выбираете активизировать, либо нет, эти фильтры. Соответственно, нужный вам фильтр вы включаете, ненужные фильтры вы в любой момент можете выключить, либо опять включить. После выключения система их запомнит. В этом же меню можно настроить, запрограммировать конфигурации кнопки головки камеры. Это программируется здесь. Все доступные функции вы можете посмотреть и запрограммировать сюда. Возвращаемся обратно после того, как все предварительные настройки мы сделали. Обращаю ваше внимание на тоже очень важный такой момент, очень важное меню. Информация о прошивке системы. Когда у вас возникает вопрос, какая версия программного обеспечения стоит на моей видеоплатформе, нужно ли ее обновлять, либо, не дай бог, у клиента что-то работает не так, как вам хотелось, вам обязательно нужно, когда вы сообщаете в сервисную поддержку, в сервисную службу информацию о неисправности, по возможности зайти в это меню и посмотреть, здесь есть и серийные номера продуктов, а также, самое главное, версия прошивки. Вот в моем случае, например, модуль X-Link нуждается в апгрейде прошивки. То есть прошивка модуля X-Link не соответствует прошивке всей системы. На данный момент, на момент снятия этого фильма, актуальная версия прошивки вообще-то 2.8. То есть всем этим модулям предстоит перепрошивка. А это очень важный момент. Если вы хотите, чтобы ваша комплектация, ваша конфигурация работала бесперебойно, здесь должны быть указаны три одинаковых версии прошивки. Если какая-то прошивка, если какой-то модуль прошит другой версии, скорее всего, с большой, скажем так, вероятностью, у вас будут сбои в работе. И первое, что вам предложат сделать, привести прошивку к единой версии. После того, как мы все настроили, мы подключаем
источник видеосигнала, в данном случае это головка H3Z, и попадаем уже попадаем на рабочий экран. Теперь мы можем управлять функциями системы не только с клавиатуры из нестерильной зоны, но точно так же можем управлять функциями камеры прямо с головки. То есть у вас есть возможность, пользуясь кнопками головки камеры, заходить в меню. Ну, мне сейчас удобней работать с клавиатуры. Заходим, что же нам позволяет сделать меню. Начинаем двигаться по меню. И самая главная часть меню – это, конечно, наши S-технологии. Мы видим, что сейчас у нас включено изображение стандартное. Это стандартное Full HD изображение с отключенными фильтрами. На экране хирург всегда это может увидеть, то, что в правом нижнем углу экрана никакого значка нет. Как только включается S-режима, здесь обязательно появляется значок S-режима. В данном случае все режимы S-режима отключены, мы работаем в стандартном режиме. Что мы можем выбрать? Режим Клара. Режим гомогенного освещения. Этот режим позволяет нам увидеть картинку более выровненной по свету. То есть стандартная эндоскопическая проблема. Яркий центр, яркие бликующие инструменты и темные заваленные углы. Вот режим Клара позволяет в интерактивном, быстром, в режиме реального времени эту картинку выравнивать, выводить на один уровень и более комфортно хирургу работать. Вот большинство моих знакомых режим Клара, либо Клара плюс Хрома во время своей работы не отключает. Кстати, обратили внимание? Для хирурга маленькое напоминание в правом нижнем углу. Включен S-режим Клара, в котором мы работаем. Следующий режим. Хрома. Это режим интеллектуального повышения контрастности. Обращаю ваше внимание, интеллектуального повышения контрастности. Это не просто повышение контрастности всей картинки. Система выбирает нужные, важные анатомические ориентиры, например, капиллярное русло, капилляры, границы полипа, границы каких-то образований анатомических, и их подсвечивает, отдельно выделяет. То есть это не повышение зернистости всей картинки, как делает любая эндоскопическая камера. В любой эндоскопической камере есть высокая и низкая контрастность. Это именно интеллектуальное повышение контрастности, когда подсвечивается именно то, что хирургу важно, анатомические ориентиры, а не все подряд. Обратите на это внимание. Теперь мы переходим к нашим спектральным режимам. Это достаточно узкоспециализированные режимы, они используются не очень часто, но если хирург нашел преимущество в этих режимах, он, конечно, от них будет без ума. Первый режим – это спектра А. Как вы все знаете, эндоскопическая картинка, да как любое изображение, состоит из трех основных цветов – RGB – Red, Green, Blue. Красный, зеленый, синий. Три вот этих цвета составляют все остальные цвета. Так вот, в эндоскопической картинке преобладающим цветом является, ну, конечно, красный. Режим спектра А полностью убирает красный спектр и растягивает зеленый с синим. За счет этого все, что у нас было красным, кровь, сосуды, превращаются в черное. Очень четко, очень ярко контрастируется капиллярная сеть, просто вот до невозможности, до самых-самых маленьких капилляров. Полипы, новообразования тоже становятся более четкими, с более четкими границами. Ближайший аналог на рынке, очень похожий на этот режим, называется NBI, Narrow Band Image, если вы слышали. Да, это вот в гибкой эндоскопии Narrow Band Image, NBI и спектра A – это очень-очень похожий, практически идентичный режим. Спектра B помогает нам при работе. Он более удобный, более мягкий в связи с тем, что красный цвет урезается не полностью, а всего лишь уменьшается. Поэтому красное остается красным, но не таким ярким. То есть мы подсвечиваем сосуды, мы подсвечиваем какие-то образования, но при этом у нас картинка не выглядит каким-то инопланетянином, да, а все-таки более-менее похожа на человеческую картинку. По поводу режима спектра А. Обращаю ваше внимание, этот режим очень нужен, я бы сказал, обязателен
если вы систему используете в ICG. При использовании ICG-головки с Delight MP и с использованием препарата индоцианин зеленый, свечение, флуоресцентное свечение, которое мы видим, оно достаточно тусклое. Так вот, режим спектра А позволяет вот это тусклое свечение усилить в несколько раз. Поэтому не забываем хирургу, когда вы даете систему на апробацию, либо даете ему в работу, не забывайте ему напомнить о том, что использование режима спектра А для CG, для ICG очень-очень рекомендовано. Хотя, опять же, выбор остается за ним. Итак, обратите внимание, что меню захвата изображения и записи видео недоступно. С чем это связано? С тем, что мы просто не вставили накопитель, нужный USB-флешку для записи, либо эта флешка не подходит для камеры, камеру она не устраивает. Помните, возвращаясь к разговору, отформатировать флешку FAT32, либо заменить ее. Итак, вот у меня, к счастью, есть шторцевская флешка. Я вставляю ее в систему. Какое-то время система ее распознает. О, чудо! Я могу записывать и видео, и захватывать изображение. Значок желтого цвета на видео показывает о том, что на флешке осталось мало места, что флешка практически полностью заполнена, и я должен быть готов ее заменить на новую. Обратите внимание, после остановки записи у камеры какое-то время занимает финализация этой флешки, финализация этого видеофайла. И вынимать в этот момент флешку из камеры нельзя, иначе вы этот видеофайл повредите, и, соответственно, он будет нечитаемым. Также очень важный момент касательно видео. Вот это решение, Image Capture Module на камере памяти, он предназначен для записи коротких роликов, для записи фотографий. Он не предназначен для рутинной записи операций от и до. Если клиника планирует писать многочасовые операции без перерывов, ну, они столкнутся с большой вероятностью, что часть этих файлов будет повреждена. Как вы знаете, у Шторца для рутинной записи операций от и до существует система медицинской архивации, которая называется AIDA. Здесь мы пишем короткие ролики, пишем фотографии. Многочасовые операции, система для этого не предназначена. Коллеги, обратите внимание вот на эту часть меню. Иногда хирурга не устраивает яркость картинки эндоскопической, и он пытается эту яркость либо уменьшить, либо увеличить с помощью источника света. Но вы помните, что современные камеры умные, и они сами подстраивают освещение. Слишком яркое освещение, диафрагма у камеры закрывается, и она все равно оставляет картинку недостаточно яркой. Либо наоборот, если ей темно, она открывается, а хирургу кажется, что эта картинка слишком яркая. Что с этим делать? Иногда вот так хирурги к нам обращаются, говорят, я не могу настроить яркость. Слишком ярко, либо наоборот, слишком темно. И источник настройки на источнике света не помогает. Тогда мы заходим в это меню, и скорректировать яркость можно здесь. Сделать картинку чуть-чуть потемнее, либо наоборот, сделать картинку чуть поярче, не трогая источник света. Стандартное значение с завода 3, середина, средняя яркость. Баланс белого можно сделать как с клавиатуры камеры, так с передней поверхности камеры. Кнопка баланса белого здесь присутствует. Так и стерильные зоны в этом меню мы можем войти прямо с головки камеры. То есть у хирурга, у бригады всегда есть выбор, как им удобнее работать. Далее. Меню «Источник света». Так как наша камера является SCB-блоком, мы можем подключить SCB-источник света к камере, и тогда у нас появляется возможность, первое, прямо с головки камеры управлять мощностью источника света. Но это не главное достоинство Image One S. У Image One S есть очень удобная и очень функциональная такая вещь. Это возможность автоматического управления источником света. То есть, когда у вас источник света подключен к системе, и это меню становится активным, вы можете там выбрать автоматическое управление источником света. И тогда, в зависимости от яркости, от освещения операционного поля, камера будет сама делать источник света ярче или темнее. Это особенно важно при хирургии больших полостей. Хирург подошел близко к слизистой, источник света должен автоматом уменьшиться.
раздули живот и показываем панораму, источник света должен выйти на максимум. Это все будет делать теперь не сестра, не ассистент хирурга, а будет делать камера самостоятельно. Она это умеет, и если у вас такая система есть, обязательно пользуйтесь этой функцией, обязательно это подключайте. Точно так же, подключая инсуфлятор, мы можем активировать эту кнопку, с помощью которой мы можем включать или выключать подачу газа, подачу СО2 в брюшную полость. Это, в принципе, умеют все шторцевские SCB-камеры. Меню дисплея – это конфигурация Picture-in-Picture, это выбор источника. Помните, наша система ImageOne S – это платформа. К ней подключаются разные источники сигнала. И если этих источников сигнала 2 и более, нам нужно в камере вот именно в этом меню выбирать, что мы хотим видеть, какой источник видеосигнала подключать. И если мы активируем картинку в картинке, то здесь мы можем собрать конфигурацию этого меню. Здесь же мы с вами подключаем, включаем и выключаем режим S-View. Помните? Режим параллельного вывода на один экран двух изображений. Итак, коллеги, я надеюсь, вот этот видеофильм поможет вам разобраться с видеосистемой, понять ее возможности, активно их использовать, показывать ее вашим клиентам, не просто ставить систему, а показывать, что она умеет. Это действительно очень насыщенная, очень функциональная, очень умная система. Ну и мы с вами ждем 4U модуль для 4К. Открою вам маленькую тайну, в Германии он уже есть. Так что ждем, будем подключать сюда же. Спасибо за внимание.